Или когда себе пиджак щелк, что за нем розы, что ли? Я бы там не покупала пиджак, потому что таких кошты 100 тысяч гривен. Джинсы, еще 19, ну и сорочка пижама, 2,5 тысячи. Все разом 21,5 тысячи гривен. Это вам не 195 гривен за кило, правда ж? А как же правильно шукать брендовые вещи у купах одягу на себе? Бля, и назад. Місці 263 гривні за лук. Київ, лідер, лише 253 гривні за вигляд.